Всем привет! Выбрался сегодня на коп, в другой район. В общем, погода сегодня, конечно, не очень хорошая, ветреная, много туч. Попалась, вот ходил конинка, не показывал. И вот, наконец-то, монетка попалась. Сейчас я вам ее покажу. Вот, потому что вроде цинковая, но рассмотреть ничего не удается. То ли двушка немецкая, да, немецкая двушка цинковая, пфенинг, два пфенинга. Ну, как-то вот так, первая находка за сегодня. Посмотрим, что будет. Продолжаю поиски. Чуть выглянуло солнышко, но ветер очень холодный. После двух пфенингов цинковых вот такую красоту. Створку от склада нашел. Красота. Жаль, поломано. Так, потру чуть-чуть. Вот так это все выглядит. Да, жаль, конечно. Не пощадил трактор. Развалился по частям. Ну ладно, тоже находка. Тоже неплохая, интересная находка. Не часто попадается. Очередная находочка. Уже монетка СССРовская. Так, какой год? 46-я пятерочка. Хорошо, хорошо. Хоть и на поле. Ну что ж. Плюс одна находка. Да, погодка, конечно, прохладненькая очень. Ну ничего. Походим. Говорится, находки греют душу. Вот. Ладненько, погнал дальше. Очередная находочка попалась. Это у нас копеечка. Советина. Сохран отличный. 1928 года. В общем, как-то так. Плюс еще одна находочка. Хожу тут. Мусора просто куча. Я очередную монетку зацепил. Лежит. Тут-то я. Ой. Культиватором заехали. Или по лугу. Троечка. Да, троечка, 52-й год вроде. О, как заехали. Серьезно. Ну что ж, почти какао, так сказать, условно. Жарим монетку. Ну что ж поделать. Плуг сделал свое. Чуть-чуть сменил поле. Прошелся до следующего поля. Попалось вот такое медное кольцо. Видать, оно из монетки сделано, как всегда. Частое явление. Вот. Маленькое, детское, наверное. Ну или женское. Вот монетка. Царская. Ну что ж, смотрим, что тут. След остался. Большая. Душка какая-нибудь. Так. Копейки вроде. Или одна копейка, непонятно. Так, 1863 год. Копейки вроде. А, две копейки вроде. Я не ошибся. Очередная монетка на поле. Еще не дошел до следующей деревни. Ветер жесткий, конечно. Прям наверху лежал почти. Что это у нас? Царизм. Деньга, походу. А, деньга. Сейчас посмотрю. Год 738, что ли. Что-то такое. Надеюсь, фокусирует. И ветер не попадает. Ну, еще что-то видно. Дошли до деревни. На следующей. И две находочки. А, пуговицу не стал снимать. Вот пуговица немецкая. И рядышком трешечка 56-го года. Вот так соседствовали. Почти вместе рядом. Чуть-чуть время прошло. И недалеко прям от пуговицы и СССРки. Копеечка царская вылезла. Сейчас посмотрим, попробуем.
Одна копейка. Какая-нибудь СПБ. Так, протрем. Ну, 1800 какого-то. 36-го, наверное. В основном такой формат, если я не ошибся. Вот. Ну, жаль, подъело, подъело. С этой-то еще видно. Вот с этой я немножко пострадал. Ладно. Там наверху было. Будем продолжать дальше ходить здесь. Очередная находочка, царизм опять. Ох-ох-ох, как я сожрала, что ли. Что это? Да уж, это была, походу, деньга. Недавно говорил, что ее сложно убить. И вот результат. Да, деньга. Какого-нибудь 1749, наверное. Ну, девяточку видно. Все остальное и затерто при жизни. И какие-то они странные на ней удары или что. Ну, что ж, Оля. Да. Что ж поделать. Не красавица, но что-то еще есть. Попалась какая-то монетка. Вон она. Лежит. В ребре, походу. Тут распахали фундамент. Вот. Походу серебро. Ну вот, уже день удался. Серебро попалось. Это у нас 10 копеек. Так. 1928 года. Ну, сахранчик вроде еще более-менее хороший. Пойдет. Ну вот, плюс серебро. Очередная монетка на фундаменте. Распаханном. Так. 5 СССРочка. Пятерка, походу. Да, пятерка. Пятерка, 1938 год. Очередная монетка, наверное. Но это не точно. Вот она. Помки вроде. Сейчас посмотрим. Монета. Монета. О, царизм. Кстати, еще не убитый. Походу. Лично сохран еще, походу. Вот тут фундамент. Одна копейка. 1800. А сейчас глянем. 1899, наверное. Ну да, 1899. Ну, вроде еще жила монетка. Вот. Фундамент, все, короче, все было него. И вот, наконец, и крестик попался. Думал, что вообще без крестиков ходили. И вроде церковь рядом. Но крестиков нет. А вот он, крестик попался. Женский лепесток. Сохран. Вообще изумительный. Вообще изумительный. Вот монеты даже убитые, а вот крестик сохранился. Прям идеально сохранился. Очередная монетка. Сейчас достану. Так, трешка надо. Так. Да, трешечка. 46-й год. Что-то в последнее время 46-х много стало попадаться. Очередная монеточка. Так, троечка. Троечка 35-й год. Старый образец. Ну что ж, вроде ничего. Тут что-то 24-го года много монет. Одна копеечка попалась. Наверху почти. Распахали все, выпахали с фундамента. Неплохо, неплохо. Так выглядит. В общем, мы закруглились копом. Вот такое озерцо тут. Красивое. Находки уже дома покажу обзорчик. Такая красота здесь. Правда, тут лес навалили. В общем, разрабатывают подполье. Такая красота. Ну все, ждите обзорчика монет и находок. Добрался до дома. Немножко помыл находочки. Ну что ж, приступим к обзору находок. У нас так, конинки. Так, это штук 5 получается. 6.
тканинок примерно. Часть от колокольчика, часть от бубенчика маленьким. Вот это я не знаю от чего. Подсказывайте в комментариях, буду признателен. Вроде бронза, а может и нет. Но что это было, не пойму. Так, это вроде пломбочка, но это не точно. Кольцо медное. Пуговица, гирька, часть, точнее, что от нее осталось. Пуговица вот немецкая кительная. Еще одна пуговица, но не немецкая, уже царская. Ну, какая-то неинтересная. Так, по монетам. Вышло 20 монет. Из них 8 царских, как понимаю. В общем, приступим к ним, наверное. Так, вот серебрушка 28-го года. Пилончик. Вот что-то из серебра. Царские вот идут. Копеечка вот Николаевская. Копеечка 1800 какого-то года. Копейка 1858-го. Вот это еще живая. Александр II вензель. Из царских. Деньга. Еще одна деньга. Это вообще неизвестная. Николаша, но надо чистить, не видно. Так, вот тут вот сбоку у нас две по 1924 года и двушечка 24 года. Так, это у нас оказался не два фенинга, как я сперва подумал, что-то я подумал не о том. Это 10 фенингов цинковых. Ну, потому что показалось, что двушка. Что-то не подумавши сказал еще к этому же. Так. Ну, СССРочки идут. Вот разные. Этой монете очень сильно досталось, видать. Да, вот так бывает на поле. Копеечка приятная, пятерочки, троечки. В общем, как всегда, в общем, находок прилично, но вот по сохрану печалька. СССРки еще нормальные, царских чуть-чуть живых, много царских мертвых на поле. Ну, что ж, сельскохозяйственные поля, ничего не поделать. Ну, все, вроде показал. Всем пока, до встречи, до следующего видео. Не забываем ставить лайки, комментировать, подписываться. Всем удачи!